Молодые ученые КФУ создают колориметрические сенсоры. Это датчики, которые моментально меняют цвет при обнаружении тяжелых металлов, вирусов, ДНК или, говоря словами ученых, аналита. Полученная разработка в дальнейшем будет использоваться для экспрессного анализа. Например, для обнаружения вредных тяжелых металлов в питьевой воде. И сигнал он даст однозначно не ложный. Мы создаем колориметрические сенсоры на основе производных Калексарена. Вводим туда различные фрагменты. В качестве фрагментов мы используем производные диацетилнидов, известных благодаря своей способности к фотополимеризации, то есть к образованию полимеров под действием света. Полимеры можно наносить на абсолютно любой материал и при погружении в анализируемый раствор по изменению цвета материала увидеть, есть ли в воде ионы свинца или ртути. Данный проект стал продолжением моей дипломной работы под руководством Владимира Александровича Бурилова на кафедре органической химии. Нами был разработан принципиально новый подход к синтезу амфифильных производных теокалексарена. В дальнейшем проект планируют только развивать. Предполагается расширить возможность распознания еще большего числа аналитов и изучить их коллоидные и фотофизические характеристики. Адель Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универньюз.